Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 10 октября. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Ранний листопад. К хорошей осени и теплой зиме. Днем влажность уменьшается, а ночью увеличивается. К ветру. Хорьки меняют летний мех на зимний раньше обычного, к ранней зиме. А какая же погода ждет нас завтра, 10 октября? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Руковщина Вилижского района Смоленской области воздух прогреется до 15 градусов. Дожди идут уже несколько дней и прекращать не собираются. В деревне Новый Рукав Ржевского района Тверской области тоже плюс 15. Дожди будут лить так же, только вот там еще и солнца не будет вовсе. В деревне Рукавец Невельского района Псковской области за окном плюс 13. К счастью, осадков не будет, но буквально один день. Так что успевайте гулять без зонта. В поселке Рукового Большесельского района Ярославской области столбик термометра остановится на отметке плюс 15. В свои права вступает пасмурная осень. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!